Ви приготували класичну кавказьку страву. Звідки у вас її рецепт? Я, так как у меня есть грузинская кровь, а половинка русская, половина грузинка. Тося, в чому справа. Я обожаю грузинську кухню. У мене є багато знайомих серед грузинів. Ви надзвичайно сором'язливі, як ви грузини. Що? Це я не скромна? Це я при вас скромна. Во-первых, я очень опасный водитель. Во-вторых, я очень метко стреляю. В-третьих, я коллекционирую холодное оружие. В-четвертых, я занимаюсь боксом. В-пятых, я просто хожу, качаю железо, тягаю. Это все папин характер, понимаете? Когда я была маленькой, дочек как воспитывать должны? Маленькой, да? Ласкать. Меня знаете, как папа называл? Михалыч! Камон, иди сюда, Михалыч, и за шею вот так вот меня. Как вот вырасти, добрая я выросла, вырасти женственно. Я и так женственно, насколько могу, мне кажется. Очень люблю драться, очень часто избивала людей в молодости. Лупцювала людей? Это было 3 года назад. Первый раз была на свадьбе своего брата. Я выпила 6 бутылок шампанского. Да, 6. Да. Мы стреляли стабильного оружия в тире. С наших пистолетов. Грузины, папы, братья, там все. Стреляем, и тут подходит женщина. И что вы с матом? Что вы тут устроили? А я голубь мира подхожу, говорю, простите, сейчас все будет хорошо, сейчас мы все уйдем. Естественно, никто не уходит. Мы продолжаем дальше стрелять. Она второй раз подходит. Тут уже, когда она подошла в третий раз, я не выдержала, говорю, иди сюда. И когда она меня пихнула в грудь, я, естественно, проточила один раз. Она откинулась на бортик бассейна, подбежала вторая подруга, которая с ней была. Я ее проточила. Они обе такие шатаются, подбегает третья, думаю, что делать? Я беру лбами, а третью с ноги. Тут подбегает мужик и бьет меня сюда в живот. Я, естественно, загибаюсь. И, наконец-то, мои алкоголики увидели, что меня бьют. Брат подбежал уже, всех распихал. И мы скоропостижно ушли из этого парка, чтобы не было разборок.